Про коллекторов уже говорили. Мы уже давно внесли этот закон. Надо прекратить эту деятельность. Да по-русски назвать. Коллектор, то есть собиратель, собирает долги чужие. И всем понятно, что здесь, скорее всего, будет криминальный душок. Или те, кто сидели в тюрьме и знают, как в камере выбивать долги после картежных проигрышей. Или бывшие работники полиции, уволенные под каким-то отрицательным показателем. И вот они трамбуют население. И количество выбитых долгов куда меньше, чем потерянное здоровье. Позволяем такие вещи делать. Коллектор. Уже бросают зажигательные всякие рода сосуды. Что такое вообще? Против немецких танков бросали. А это вот в любой дом жилой. Все. Раз бросил, просто окно разбил. Теперь он еще бросил, чтобы навести. Поэтому наш закон быстрее принять и запретить.